Эй, а где та под канализация Готэма? Мы продолжаем охоту на Бэйна. Бэйн искренне считает тебя самым умным. С нашей стороны, Бэтмен искренне считает тебя самым умным. Посмотрим, кто же умнее. My tracking device is in here somewhere, which means Bane is likely in here as well. Some of this research is dedicated to overcoming his own addiction and dependency on venom. He can't survive without it. Impressive work. But it looks like Bane hasn't found a way to counter the damaging side effects this compound has on the brain's memory centers. Как я говорю, очень удобно, что у Венома, яда, есть побочный эффект в виде вреда нервной системе, а если быть конкретней, памяти. Но тот, кто использует его в избытке, скорее всего, многое забудет. Это я, конечно, придираюсь, что это очень удобно, учитывая дальнейшее, но с другой стороны, со стороны авторов авторов и создателей игры разумно сюжет добавить данный аспект, чтобы он мог потом сыграть. То есть, если бы это само по себе получилось, выглядело бы странновато. А так, есть предпосылки. Тут скорее странно, что Бэтмен именно на этом акцентирует. Типа, он может согнуть фуру пополам. Но есть побочный эффект, да, он забудет об этом. Конечно, это же точно поможет. По-твоему, человек, который нашел твой жучок, не знает, что такое резервная копия? Блин, я опять забыл перестать. Хотя, кстати, отрывок с Вики Вейл выглядит как из второй части, из Готэм Сити. Но учитывая, что Ориджин уходило позже, логичнее, что они могли взять тот футаж. Потому что я не помню Вики в этой части. Может, я, конечно, ошибаюсь. Но, по-моему, Бэтмен в облике Брюса Уэйна здесь не был. Придется разбираться со смельчаком. Очень не вовремя, ведь нужно выбрать, спасать Альфреда или биться со светлячком. Ну, разумеется, мы будем биться со светлячком. Потому что, во-первых, Альфред такой мужик, что он может дать люлей вообще любому, включая Бэйна. Вот. Вот. А светлячка надо замесить. Его люди в опасности. This 50 million dollars riding on this. Alfred,
Firefly has hostages on the Pioneer's Bridge. I need to deal with him before coming back. Can't you just let the police handle Mr. Linz? Especially in light of what we've just learned. I can't abandon those hostages. They're in jeopardy because of me. Because of the bounty Joker placed on my head. They'll be safe in the Batcave. Ну вот опять же, с одной стороны, кажется, что Альфред такой, типа, ну, блин, мне страшно, давай-ка ты меня защитишь, а их спецназ спасет. Но с другой стороны, в итоге-то окажется, Альфред прав. Из-за того, что Светлячок не ожидает прихода спецназа и Гордона, они разминируют бомбы. Просто, да, медленнее, чем Бэтмен, не действуя в лоб, как некоторые, но они справятся. А Бэтмен в них не верит, потому что, типа, пфф, я сама ночь. Так что идите все прочь. Неплохо, кстати, вышло. Не Хокку, конечно, но неплохо. Можешь стишки начать писать. Что за... Так, стоп, я туда вообще лечу. Нет, надо было налево. Угу. Назад. Мост пионеров. Очень своеобразное название. Честно, не помню, почему именно такое. Но кто знает, кто знает. Может, в Готэме были пионеры. Угу. А Брюс сам вообще октябрёнок. Так, мать, завязывай фризить. В игре его нету. Мистера Фриза. Гордон уже всем рулит. Все схвачено, но нет. У него нет костюма летучей мыши, так что это я должен со всем разобраться. Ведь за мою голову... Чего? Он же спрыгивал на них, какого черта? Ладно, возможно, у меня просто не получилось. Мне нравится, что остальные просто стоят и смотрят. Типа, мы не при делах. Вот опять, а здесь-то спецназ ему зачем? Нет, я понимаю, зачем ему месить спецназ, чтобы они ему не мешали. Типа, если зайдут на мост, бомбы взорвутся. А как они их разминируют, если они не зайдут на мост? То есть, когда полицейские не выполняют свои обязательства, Бэтмен такой, ууу, полицейские плохие. Когда они выполняют свои обязательства, Бэтмен такой, ууу, полицейские плохие. Логика в оригине у Бэтмена, конечно, мама не горюй. Как вылечить перчатки? Никак, ладно. Хм.
send in your men. Firefly has the bridge rigged with explosives. Show yourself. You have a go. No, call them back. If Firefly blows the bridge, there's no telling how many will die. You're the reason those people are in danger. He's doing this for the bounty on your head. Give yourself up. I'm going to bring in Firefly myself. Don't send anyone else in until I tell you it's safe. You'll stay the hell out of this. You hear me? Напряженочка пошла. Чего? Это что было, блин, я не понял. Типа, я прыгнул слишком рано, и анимация лифта сбила Бэтмена? Ладно. Попробуй еще раз. А, я понял. Не анимация, там, блин, этот... Воздух идет, а он не может, нужны гранаты. Клейкие. В драке со светлячком они тоже понадобятся. Шлёп. Теперь проблем нет. Нам нужен бэткоготь подлиннее. Я могу доползти, ладно, я думаю, что это не прыгает. А как его достать тут? Вообще не вижу способов. Теперь этот не прострелит. А, нужно отключить там вот эту штуку. Ну-ка, я отсюда ее вижу, если вдруг выйду. Это просто шутки ради интересно. Где она? Чего? А здесь этого нету? Что за... Так, ладно. Давайте пойдем все-таки здесь. Сначала посмотрим, к чему это приведет. Неплохая музыка. Движет, но не прям, чтобы сильно. Значит, слегка в напряжении. Ясно. Oh,
Чувак, за которым я шел, уже наверху. Зашибись просто. Где он прячется? Я хочу убрать чувака, который вот этого. Все? Все, понеслась. Сейчас. Так, ищем, кто отбился от стада. Чувак внизу один, кстати. К нему в ближайшее время никто не идет, а вот он да. Минус два. Не поворачивайся, пожалуйста. Минус 4. Слишком близко для решающего. Здесь враги просто, если бы я его убрал решающим из-за люка, то это было бы громко. Поэтому делаем вот так. Остается два друга. Один типа с датчиком, который давно не работает. И вот тот милашка в очечек. Серьезно? Спасибо. Ну и надо было вот этим всем заниматься. How many bombs are on this bridge? Four. Four. One here, one directly above us, in the bridge sublevel, and one more at each end of the bridge. Those are the big ones. That's all of them. I promise. Then I promise you a good night's sleep. Ну вообще это очень по-доброму со стороны Бэтмена. Я обещаю, что ты услышишь. Да. Вот опять же, он получил. Он получил данные, что бомб 4. Почему не предупредить Гордона о месте их положения? У него есть саперы. И, скорее всего, вряд ли они покупали свой диплом. Вверх? Вверх. Да. Еще одна бомба ровно над нами. Как мы... Бренда повысали.
Видимо, взрывать. Потому что к стене никто не подходит, чтобы я эпично ее выбил. Так, что будем делать? Так. Блин, перепутал кнопку. Бывает. Часто бывает, я знаю, но тем не менее. Never Sionis. The Joker put up the bounty, and now he's behind bars. I heard, but I still got a score to settle with you. I'm giving you the rest of the night off. You took an oath to uphold the law. When I see you again, I expect you to be following that oath to the letter. Yes, yes, sir. I'm sorry. Чё, сори? Они же ничего плохого не сделали. Они пришли разминировать мост. Ну ладно, Брэндон, да, ну типа. Типа он прям чувака в балаклаве признал, да, что да, вот ты за мной охотился, ну типа, ну. Блефуешь, Бэтс, блефуешь. А чё, это, чего это надо? Что-то я не... Ну-ка, может так? Косой. Да. А что, шутка для вас? Ну-ка еще разок. Ну, по-любому же надо на нее нажать, нет? Ладно, сейчас она ударилась об краешек какого-то... О, идите, знаете куда? Вы видели, я пытался. Все. До свидания. Я точно в него бил. Если бы я не долетал, я бы еще попробовал. Но я три раза в него точно попал. Firefly's locked his hostages in a train car with explosives. Их противных бабуинов, что? Довольно хитро запереть их бомбы. Я думал, что-то взорвалось. А, мне же надо спустить, да, все, я понял. Как взрыв какой-то был, я такой, блин, что, я что-то косякнул, их убили. Не убили, повезло. Thank you.
Странно, что волшебная штука Бэтмена, которая отключает все, не может отключить бомбы. Ну ладно. Ну, электронику, которую вырубает. Все в огне. Логично. That must be the fire door Gordon engaged. Gordon, open the fire door in the train depot so I can disarm Firefly's bomb at the north end of the bridge. Get off this frequency! Now! Listen, I'm on my way to disarm the bomb at the south end. Have this door open by the time I get back. You let me do my job, and stay the hell out of my way! Damn it. Чё, не понятно, когда тебе указывают, да? Сотрудничать. Сотрудничать. Все, да, услышали слово? Сотрудничать. Он до сих пор Гордона только пал, я извиняюсь, и говорил ему, что делать. Это не сотрудничество, если что. Это кое-кто дел в край. Ибо... Не понял. Вот. Гордон-то хотя бы свою работу делает, а что делает Бэтс, не совсем понятно. Так, гранаты. Ну, конечно, Бэтмен. Бэтмен тут не поспоришь. Я пойду, чтобы, по-моему, возврат уже все... Ну, ты, иди ты со своим этим. Уже все было открыто. У тебя нет ни звания, ни хрена. Ты просто мужик в костюме, как и, блин, половина ребят, которых Гордон за этот день сажал. И такой, типа... Ждешь, что он будет тебе помогать? Ну, типа, серьезно. Ты-то чем помог? Вот опять же, допустим, тот же глава спецназа, которого вырубил Бэтмен. Кто будет виноват, если, блядь, мозг взорвется и тот там умрет? Он там из-за Бэтмена. Да, пришел-то он разминировать, потому что он работает в спецназе. Но вырубленным его-то оставил Бэтмен. Хотя он мог ему просто треснуть и забить. Опять же, Бэтмен мог сказать, где находятся бомбы, чтобы доверие у Гордона высказать, что бомбы там и там. Типа, мы можем вместе их разминировать. Он такой, нет, открой мне двери и никого никуда не пускай, я все сделаю, я же герой. Ну, типа, Брюс, это не так работает. Промах. Иди сюда. Так вот, я думаю, за эту серию мы, скорее всего, разберемся со светлячком. Хотя я думал, что мы разберемся с Бэйном, но, видать, я ошибся. Качок забрал, зараза. Ну,
Правда, я не понимаю, зачем на мосту столько электричества? Что вот что это за клетка Фарадея? Для чего она? Что, вряд ли Юсер сделал этот светлячок. Так, окей, мы добрались, да? Да. Понеслась. Сгорание. Тлеющий огонь. Поджигатель! Да, все это бьет по психотипу. Гордон. Гордон, открой мне дверь. Мне очень нужно попасть на другую сторону моста. Красавчик просто. Ау, я не знаю, просто. Вертолет сбили. Спровоцируют, блин. Бэтмен, ну ты ему день. Мало того, что забрал славу у копов, так еще и поносишь почем зря. Они здесь по работе, в отличие от тебя. Герой. То есть, по логике Бэтмена, спецназ должен был и полиция Готэма должны просто стоять и ждать, да? Пусть люди убивают, пусть берет заложников, пусть минирует мост. Вот. Где здесь логика? Типа, да, они якобы ему мешают. Так он и не работает в команде, чтобы они ему не мешали. Улетай. Так, это вот там осталось 4-3. Ладно, это было чуть проще, чем я думал. Я думал больше. Gordon, I've defused 3 of the 4 bombs. As soon as I defuse the final bomb. We're breaching now. You're too late. Alfred, open the fire door. As you wish, sir. Ладно, прокатиться под нее не вышло. А это что? Угу. Так, я извиняюсь, а куда мне надо? У меня тут две двери. Давайте эту чекнем. Там вагон надо подвинуть. Скорее всего, там просто спрятана какая-то штука Энигмы. Внеочередная. Ну, а тут музон уже более нагнетающий. Босс, более босс-файтовый.
Если вы задумались, как сейчас слетела серия ударов, все просто, я зацепил огонь, нанес все урон. Вот как сейчас. Ну давай, Firefly. Полетели! Да, прикиньте, упал бы кнопкой. Да ладно, понятно, что есть предохранитель, который не дает так взять, но было бы забавно. Где клейки и гранаты? Мужчины слюни. Смешно. Тащим вниз. Опять же, да, другой босс файт. Босс летающий, поэтому надо его опустить. Кидаем на пятерочки гранаты. Наносим ему урон, опять же. Ох, смешно. Все, он оглушен. Цепляем его двоечкой. Пробел. Тащить, 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 тащить. Иди сюда. Иди вниз. И... Напряженное затыкивание пробела. Полетели. Все. Детонатор. Полиция Готэма сучара. И да, есть арка комиксов «Полиция Готэма». Это очень крутая арка комиксов, рекомендую прочтение. Которые показывают, что ребята в Готэме все-таки работают. И Бэтмен не всегда для них герой, скажем так. Керосин. Да, я знаю, как скатить на бегущего. Для синематографичности, конечно.
Все, да, здесь деревня уже. Заряженные затыкиванием пятерки, потом однерки, потом двойки, а потом пробела. Это как в... Как в 2000-х годах заменили КТЕ называется? Зачем вовремя нервничать и сжать разные кнопки, если можно нервно сжать много разных кнопок? Так, это нанесло урон, это нанесло урон, ладно. Можем считать, что мы играем почти на хардкоре, потому что я не вижу хп врагов, блин. Я от нервака просто начинаю жать до того, как мне пишет, что надо нажать, я жму. Хотя еще анимация не прошла, чтобы я жал. Давай, Firefly, пора прощаться. Не волнуйся, ты придешь в Arkham Knight и лучше тебе не станет. Все заминировал. Полететь! Я как бы извиняюсь, но при наличии там до, точнее, прихода Бэтмена, мост вроде выглядел не настолько плохо. Ну да, Махач, конечно, эпичный. Бэтмен может мощно сказать про хобби. Не получится. Арми Буллок. Жалко, конечно, что он без каноничной шляпы. Но, смотрю, характер у него не шибко изменился. Логично. Not big on taking orders from cops. I should have gotten to that last bomb. Yeah. And I should have given you access to that security door. But between the two of us, we covered it pretty well. Начало великого... Когда он начинает драпать раньше времени. Бэйн, будучи стратегом, наносит удар по больному месту. По Бэтпище. Ну и мы помним, что в прошлый раз, когда Бэтмен тут был, он сильно поцапался с Альфредом. Альфред! Мой детектив визион снижен. Подожди, Альфред! Компьютер не работает. Мне нужно восстановить детектив визион, прежде чем я могу найти Альфреда. Can you hear me? I'm going to get you out of there.
Альфред, везучий засанец. Умудрился упасть так, чтобы обломки его почти не зацепили. С другой стороны, они нагнетают такую драму, хотя ты знаешь, что Альфред жив, потому что это Arkham Origin, а он во всей трилогии Arkham был. Но это все равно, сука, работает. Потому что это Альфред. Ну тут опять же, параллели. Что Бэтмен не может спасти тех, кто ему близок. No! Реанимируем Альфреда. Come on, damn it. Спасаем Альфреда самым киношным способом, который нашли разработчики. Говорим ему не умирать. Going to be all right. Вот, ну допустим, он бы умер от внутреннего кровотечения, потому что из-за падения и обвала у него бы ребро бы легкое пробило. Электрошокер бы не помог. Кризис веры. У любого героя есть кризис веры в какой-то момент, и он должен его преодолеть. И Ал такой, давай, Брюси. За мамку, за папку, за дворецкого. Not on your own, but it's high time you realize that you are a man, not an island. And a man's strength comes not from just brawn and intelligence, but also from his allies. C1 alert. The Joker has escaped from his cell and is leading the riots at Blackgate. Repeat, the Joker has taken over the entire prison. Multiple casualties. They need you. No. They need us. My flash. Кто смотрел сериал, от кого поймет. Ну это Final Battle. Но его оставим уже на следующий. Похоже, в следующей серии будет последний. Ух, я уже даже выбрал игру, которой займусь после. Давно хотел к ней вернуться, я ее в свое время проходил. Почему бы и нет? Особенно с учетом, что на канале сейчас выходит Resident. Она духовно очень похожа. Ладно. Большое спасибо, что вместе со мной сегодня противостоял Светлячку. Подписываться на канал, оставлять лайки, комментировать выбираешь только ты сам. Я лишь попрошу передать привет Мерсеру. Пока-пока. И помни, сила человека в союзниках.